Добрый день, как говорится. Сегодня у нас вот пробую, у нас фара Opel Astra, задняя фара. Пробую, вот такая у нас была дырочка, поломалась фара. Пробую сейчас, что получится, отремонтировать ее. До техобсмотра еще год, ну не год там, в феврале, сейчас май месяц. Сейчас с карантинами, марантинами, блин, все закрыто, ничего нету, блин. Фару нигде не могу достать. Ну, просто, чтобы было, как говорится, культурно ездить, а так до техобсмотра я что-нибудь найду, где-нибудь куплю. Ну, просто надо менять две фары, обе, потому что по цвету, наверное, не найдешь эти фары. Ну, я сейчас что, сейчас, значит, бормашинкой, вот это вот моей. У меня есть там отдельное видео, как я ее сделал. У меня здесь стоит шестеренка часов. Вырезаю сейчас пока ее. Потом возьму какой-нибудь кусок от какой-нибудь фары сюда и буду вклеивать. Сейчас на паузу. Сперва, как говорится, вырезаю. Я сперва насверлил дырки вот здесь вот в углах. Это миллиметром, да? У меня тонкие сверла есть, миллиметром я сделал. Сейчас я все вырежу, потом подгоню еще, и потом посмотрим, продолжу, как говорится, дальше. Вот так все это выглядит. Значит так. Вот я уже прорезал, как говорится, дырку или отверстие, как называется, то, что мне надо было. Потом с донора вырезал то же самое по размерам. Я подложил отсюда бумажку или кордонку, какая разница, и снутри вот отсюда вот прочертил, сделал, как говорится, как называется, лекало или макет. И потом уже по нему вырезал вот это вот. С донора. Вот с такой решеточкой не нашелся, но какой есть. Стекла толстые, оказывается. Я думал, что здесь тоже тонко, но здесь она толстая. Здесь фишка в том, блин, что вот это вот место, как раз, видите, оно здесь прогну этот. Неровное, как бы погну, ну этот. Такой покатый, блин. И все пришлось вот это, трудно, мне пришлось вот это вот подгонять. Тоже ее подрезать этот. Разогревать вот этот кусок и подгонять. Ну, как более-менее как получилось. Сейчас я его заклею и потом, говорится, финальный уже покажу. Сейчас это все уже здесь подогнано у меня. Буду вклеивать его сюда. И потом в конце все вам покажу. Разогревал. У меня фена нету. Попробовал обычным феном, но он не это не разогрелось. Потом все это разогрел на газу. Крутил вот так вот на газу ее. Только близко не подносил. Она мягкая стала. И потом уже мял. Она быстро высыхает. Если был бы фен, было бы легче бы. И потом это как она подгоняете уже руками. Ну все, сейчас на паузу продолжаем дальше. Значит так, вот уже фара в законченном виде. Вот это вот я сглупил, здесь взял шкуркой, полирнул 600-й, но не надо было этого делать. Вот видите, вот самое вот это было трудный сделать этот скос. Но ничего. Главное, что вода не будет попадать, не будет грязная. Сдалека не так уж, если не присмотреться, не так уж и видно. До техобсмотра будем кататься, а потом поменяем. Клеил вот на это вот. Вот так. Какой-то вот такой колхоз.